Иран не считает приемлемым изменение географических границ региона, заявил Кемаль Харази. Двое немецких депутатов были обвинены в получении взяток из Баку. Бен Кардин обвинил Баку в антидемократической тактике. Путин хотел ограничить расширение НАТО, но получил обратное, заявил Блинкен. Канада сняла эмбарго на поставки оружия Турции. США готовы вернуть Турцию к программе F-35, если будет решен вопрос с системами С-400, заявила Нуланд. В результате нападения на американскую военную базу в Иордании число раненых превысило 40, сообщает Пентагон. Заключенные, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены, заявил Блинкен. Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны. Во Франции фермеры перекрыли дорогу Парижа. Компания Илона Маска впервые установила имплант на мозг человека.